Всем привет, с вами Лок-Док. Вот уже закончился первый батл на Инди-R&B. Участники получили свои призы. Очень интересный был батл. Некоторые раунды в нем я даже судил. Я лично для себя открыл много новых участников, которые не прошли отборочный раунд. По моему мнению, они, возможно, должны были продолжать эту борьбу. Но не отчаивайтесь. Спешу вам сообщить, что уже сейчас начинается второй Инди-R&B батл, в котором вы также можете попытать свои силы и поучаствовать. Расскажу почему. Потому что батл — это, во-первых, возможность попробовать свои силы и доказать в первую очередь себе, что ты достиг определенного уровня, который позволяет тебе держаться в индустрии. А во-вторых, состав жюри достаточно солидный, и чем он меня радует — тем, что у каждого из участников жюри, скорее всего, будет свое компетентное мнение. Суть даже не в судьях, а суть в том, что вам просто предлагается попытать свое счастье. Плюс ко всему, к популярности, которая может к тебе прийти вместе с этим батлом. Там очень неплохой призовой фонд в 150 тысяч рублей. Это деньги очень немаленькие. Такие хорошие деньги, в принципе. Нормальные, которые ты можешь также направить в развитие своих музыкальных потребностей. Также, если у вас не присутствует дух борьбы. Вот лично для меня батла это просто еще один повод написать какой-то трек на определенную тему и по-определенному ее раскрыть. Просто мне нравилось это делать. Мне нравилось, что меня услышали. Но я считаю, что это вполне веские причины. И я думаю, стоит в нем участвовать. Инди-R&B Battle 2. Попробуй свои силы. Мир.